Живой классик украинской литературы Дмитрий Павличко в Одессе. В Литмузее автор сегодня представил свои стихи, написанные в 2013 году. Выдающийся современник написал их в тот момент, когда испытывал серьезные проблемы со здоровьем. Но лирика Павличко пропитана отнюдь не жалостливыми нотами и замкнутостью на себе. Литератор писал о тех проблемах, с которыми столкнулась наша страна. Именно проблемы государства, а не личные, волнуют Дмитрия Павличко в его почтенные 89 лет. Ситуація є у нас дуже складна, гостра, напружена. Ми повинні зберегти свою державність. Мені нагадують людські серця, крихке і тоненьке серце олівця. Зламати легко, застругати тяжче, списати неможливо до кінця.